Здравствуйте, меня зовут Николай Мрачковский, и сегодня мы поговорим с вами про лидерство с человеком, которого изначально все знали в тренерском мире и в мире вообще обучения, образования практического, как мастера номер один в России по публичным выступлениям, а сейчас еще и по лидерству. Это Радислав Гандапас. Радислав, ну, первый вопрос, у меня есть ряд вопросов от меня, от читателей. Лидерами рождаются или становятся? То есть это что-то, что вот либо повезло, либо не повезло, то есть ты родился лидером, слава богу, вот на тебя манна небесная. Или же все-таки любой человек потенциально способен стать лидером, вот как ты считаешь? Ну да, рассуждать логически, можно ли лидерство потерять? Вот можно ли утратить его в жизни? Ну очевидно можно. Ну, да? Можно ли приобрести? Естественно можно. Ребенок рождается и не проявляет себя лидером совершенно, потому что его, ну, фактор его выживания – это послушание, его не, он не номер один в своей стае под названием «семья» и так далее, но постепенно у него вырабатывается некая стратегия поведения. Стратегия поведения и есть лидерство. Стратегия поведения – это вопрос выбора. И не рождаются, и не становятся, и невозможно этому научить, сколько бы мы ни старались. Человек выбирает лидерство, но он должен понимать, что выбирая, он получает не только ништяки всякие, он получает еще и очень серьезную ответственность, очень серьезную нагрузку. Ведь лидер находится в большем стрессе, чем те люди, которыми он руководит. В момент увольнения начальник в большем стрессе, чем тот, кого он увольняет. Человек, который занял денег, в меньшем стрессе, чем тот, у кого он занял. Более сильный имеет большую ответственность, больший стресс. Но человек, который выбрал лидерство как стратегию жизни, принимает на себя ответственность, но и принимает на себя всякие побочные эффекты этой ответственности и инициативы, которые он тоже принимает на себя. А в конечном итоге результатом такой стратегии лидерской является перераспределение ресурсов в сторону лидеров. В дикой природе вожак стаи получает лучший кусок. Более того, пока он не получит лучший кусок, остальные не берут ничего. В человеческом обществе то же самое. Так или иначе, механизмы разные, но социум перераспределяет ресурсы в сторону лидеров. Это некий атавизм. Да? И человек должен быть готов к этому. Если ты принимаешь другую стратегию, стратегию безопасности, комфорта, безответственности, ничего не, там, не инициируй, тебе скажут, что делать, не высовывайся и так далее, ты тоже получаешь некие ништяки в виде комфорта, безопасности. Но знай, что ресурсы – это не твоя тема. Да? Не рубись за ресурсы, довольствуйся тем малым, что тебе останется после того, как ресурсы будут поделены. Да. Я считаю, что справедливость – это когда ресурсы достаются лидерам. Это справедливость. Справедливость не когда всем поровну. Справедливость – когда всем сообразно мере ответственности, которую человек на себя принимает. Это такой ответ на вопрос, рожденный или приобретенный. А скажи тогда, если брать исторически, то лидерами прежде всего становились самые сильные, самые умелые, самые быстрые. Да. Так ли это сейчас? То есть лидер всегда ли это самый сильный член группы? Ну, не обязательно физически, может быть, интеллектуально самый сильный. Или все-таки это сила и лидерство – это немножко разные вещи? В дикой природе, безусловно, самая сильная особь становится вожаком. И если погибает самая сильная особь, его место занимает самая сильная из оставшихся. И все, так и происходит. У собак самая крупная особь занимает эту позицию. Если какая-то из других из собак хочет оспорить, между ними происходит ритуальный бой, слабейший покидает стаю и занимает место вожака сильнейший. В некоторых коллективах человеческих происходит примерно то же самое, таких примитивно устроенных, например, в армии, в тюрьме, ну и так далее, самые сильные. Но в этом случае задаешься вопросом, а что такое сила лидера? А сила лидера как раз не в собственной силе, а в той силе, которую он сумеет объединить, сгенерировать, саккумулировать, что ли, из тех людей, которых он выбрал себе в команду. Вот же в чем сила. Сильный тренер, он не умеет бегать по полю, как игроки. Он не умеет бить по мячу так же метко, как они. Но он умеет организовать дело таким образом, что они побеждают соперника. Лидер – это не тот, кто сильнее людей в своей команде. Это человек, который может сделать сильными людей в своей команде. Объединить их силы, сделать эту команду сильнее других команд. При этом он может быть стар, немощен, он может не иметь такого образования, как члены его команды, но при этом команда получается более сильной, чем у других, если есть лидер. А за счет чего идет воздействие? То есть вот за счет чего идет объединение команды? Равно ли это мотивации или это не только мотивация, это что-то еще, составляющее лидерство? Целый комплекс, у нас есть такой тренинг «Крест лидера», в котором мы раскладываем на 4 компонента, и есть там понятие группы. Мы в ходе работы с участниками выделяем
признаки группы. И участники понимают, что, вот, скажем, у их команды нет ряда признаков группы, поэтому люди не ведут себя как члены группы, они ведут себя как индивидуальные особи, с которыми группа заключила некий контракт. Но это отдельная большая uh-huh. тема. На какой вопрос отвечаю? Давай я следующий тебе задам сразу, потому что у меня тоже уже мысль перепрыгнула, пока ты стал это говорить. Какие три основных качества лидера, вот если прям конкретные качества, которыми должен обладать лидер? Нет никаких конкретных качеств. Ну, нет, это они все очень разные. У каждого свое? Лидер батальона или лидер рекламного агентства, лидер политической партии правящий, лидер политической партии оппозиционный. Люди, которые должны обладать разными качествами. Более того, качество человека – вещь варьируемая. Ситуация затребовала других качеств. Человек предъявил эти качества, но это не значит, что у него их не было. Uh-huh. Это как давнишний вопрос, который беспокоил философов. Мы умираем и попадаем в мир иной. А до того, как мы родились, мы где? Uh-huh. Вот так и у лидера бывает. Он проявил качества, а потом перестал их проявлять. Они где были? Их не было? Они были в небытии или они жили в какой-то другой непонятной нам форме? Человек предъявляет свои качества под ситуацию. И в каждом нас живет и лентяй, и конформист, и в каждом из нас живет отважный лидер и смельчак. Просто вопрос, какая ситуация, во-первых, во-вторых, какое влияние на нас оказало окружение. Угу. Человек может предъявить и одну, и другую сторону. Есть компоненты неизменные. Психодинамика человека не меняется с годами. Она врожденная, и она сохраняется в течение всей жизни. А модели поведения очень разные. Кто-то, знаете, беспокоится, что вот сын, дескать, лентяй, вещи разбрасывает по комнате, не может себя заставить сесть за уроки, кем он вырастет. Ну вот я таким был, может быть, и ты таким был. Но выросли же нормальными людьми, да, способными к самодисциплине, объединять группы и им еще навязывать какие-то модели и правила, правда же? Фатально ли это было? Нет, но кто-то вырастет, и кто-то до сих пор в 46 лет разбрасывает носки, в доме бардак, из дому выходит тогда, когда уже должен быть там, где он договорился о встрече, непутевый, не найдет себя в жизни никак, не сходятся у него финансы и так далее. Это какая-то отдельная каста людей? Нет, просто человек не предъявил этих качеств. Почему? Это другой вопрос. А другой большой, более того, наверняка на него нет прямого ответа. Вот в тренинге «Панели пропал. Идеология лидера. Идеология победы» мы разбираем, как формируется картина мира человека, как он определяет свое место в этой картине, да, и что от этого зависит. Вот я должен сказать, ну, это лично моя концепция, что лидерство – это выбор своей роли в той картине мира, которую человек для себя создал при помощи других людей поначалу. А если эта роль вот определенная, ну, это без тренинга рассказывать о тренинге, значит, все равно, что станцевать про войну. Определил роль, определил все, что с этой ролью связано, и играет эту роль. Но он может изменить эту роль в течение жизни? Может. У него случилось горе, у него демотивация, кризис. Или наоборот. У него ситуация такая, что или он, или никто остался самым старшим в семье, на которого легла вся ответственность. Переехал в большой город, встретил человека, который картину мира ему подкорректировал, хоп, и человек стал реализовывать себя иначе. Одномоментно. Это не процесс, растянутый на годы, он нарабатывал качество, ходил на тренинги, получал образование. Это вот хоп и включил лидера. И стал лидером. Да. Стал. Включил. Знаешь, стать миллионером и включить стратегии миллионера разные, и зарабатывать, да, разные вещи. Качественное, количественное и качественное. Ну. А где тогда, на твой взгляд, то есть важны ли, обычно лидерство ассоциируют все-таки, что это либо бизнес, либо власть, там, допустим, ну, государственная власть. Да. Важно ли это только в этих направлениях, или все-таки ты лидерство понимаешь как нечто более широкое, которое захватывает другие стороны жизни? Но здесь проблема понятийного аппарата. Слово «лидер», когда мы используем, мы имеем в виду человек, возглавляющий группу некую. Uh-huh. Да? Слово «лидерство» в изначальном смысле подразумевает как такой вариант, как вариант, когда человек возглавляет, так и лидерство как жизненную стратегию, которая может не предполагать каких-то групп, которые человек возглавляет, может не возглавлять совершенно. Но это человек, который отвечает сам за себя хотя бы. Этого было бы уже достаточно. Я бы предпочел, чтобы у меня во всей команде были такие люди, прям, включая няню там, и домработницу, чтобы были люди с лидерской жилкой, которым можно доверять, которые не будут спрашивать, что делать. А мне никто не сказал. Ой, а я... А почему ты не сказал? А я думал, не надо. Чтобы человек проявил инициативу, подумал своей головой, принял на себя ответственность, да, и, в общем, сделал как нужно. Чтобы эти люди говорили мне, что делать, а не я им все время, не я их пинал. Конечно, лестно быть таким лидером, вокруг тебя твари дрожащие, да, и всякие ничтожества безинициативные, ты их пинаешь, как овец, и они куда-то движутся, ты такой, о, я чабан, я овец веду. А по большому счету, эффективный лидер – это тот, кто умеет лидерство в людях пробудить. Кто умеет набрать команду из таких людей, которые могут лидерство пробудить, и пробудить в них лидерство таким образом, чтобы они получали от этого.
этого кайф и жили, не знаю, полной интересной жизнью. Ведь побочный эффект лидерства – жизнь становится интереснее. Жизнь становится интереснее. Ты делаешь ее сам. Не ты отдаешься во власть каких-то там посторонних людей. Ты сам начинаешь строить свою жизнь. Ты можешь выбрать подчиняться? Можешь. Но это твой свободный выбор. Ты можешь выбрать не быть лидером? Можешь. Но если это твой свободный выбор, это лидерская стратегия, да? Кстати, лидеры умеют подчиняться лучше, чем те люди, которые выбрали для себя стратегию вот эту. Вот не лидерство, не знаю, как ее назвать. Угу. Они интереснее, как подчиненные. Они активнее, и они не страдают. Я знаю огромное количество людей, которые мечтают занять место руководителя, но они ничего для этого не делают и не понимают, как это делать, и что это означает. И от того, что они подчиняются, они каждый день чувствуют себя униженными, да, ущербными, рабами, и им все время хочется как-то реабилитироваться, отомстить. Ты знаешь, как в армии служил, очень, очень хороший опыт в этом смысле, когда солдат призывается, он начинает там всякого унижать, там, ну, он никто, разница в один год между ним и его старшими товарищами, но вот он испытывает массу всяких унижений, выполняет никому не нужную работу и так далее. Он думает, ну ничего, пройдет год, я отомщу, кому ты отомстишь? Следующим, кто придет за тобой. Это тварь дрожащая, раб в душе, который не хочет быть свободным, который хочет быть рабовладельцем. Вот, к сожалению, большинство людей живут с этими фантазиями. Стать рабовладельцем и отомстить всем за свои унижения. А скажи, если все-таки человек выбирает свободу, то есть хочет стать свободным, можешь дать какие-то конкретные рекомендации, то есть как воспитывать в себе лидерство? Ну, с одной стороны, ты сказал, вот вроде не был, потом бац, и стал лидером. Но с другой, все-таки, наверное, ну, в тренингах ты же этому обучаешь, то есть есть какие-то технологии, как в себе это развивать? Технология, в общем, технология предельно проста. Нужно сесть, выключить телефон и совершенно отчетливо описать, что с тобой происходит, стартовую ситуацию на сегодня. Что происходит? Второе. Нужно принять на себя ответственность за то, что происходит, и сказать себе, все, что со мной происходит вот на эту минуту, есть результат моего собственного свободного выбора. Я понимаю, что есть погода, страна, там, политика партии и прочие обстоятельства, которые так или иначе на нас влияют. Но ты выбрал эту страну, эту погоду, эту экологию, это правительство. Вопрос не в том, кто на тебя влияет, а вопрос в том, чтобы принять ответственность. Вот это мой свободный выбор. Что сделано, то сделано. Я сделал лучшее, что мог сделать. Я себя не упрекаю. Если бы я мог сделать лучше в тот момент, я бы сделал лучше. Из тех позиций, из которых я это делал, это был лучший выбор. Ситуация вот такая, как есть. Что я хочу вместо этого? Это второй вопрос. Большинство людей не может ответить на вопрос, чего они хотят. Они знают, чего они хотят. Я не хочу, чтобы было... Я хочу перестать ходить на работу каждый день. Не хочу, чтобы зимой было так холодно и слякотно в Москве. Не хочу, чтобы правительство вело вот такую вот политику. Не хочу, чтобы меня вот на работе ругали каждый понедельник в 9 часов утра на совещании. Не хочу вот этого, не хочу этого. А что ты хочешь? Ну, я не знаю, чтобы всего этого не было. Умри. Всего этого не будет. Проблема решена. 1000 человек на улицах Москвы спросили, хотели ли бы они жить вечно. 994 ответили утвердительно. Из них только 6 смогли ответить на вопрос, как они собираются провести ближайшие выходные. Ага. Ближайшие выходные. Человек не в состоянии сгенерировать идею, где он хочет быть и что делать. Если это вопрос 5 дней не решается, то как решается вопрос 5 лет, а 50 лет? Как они могут простраивать стратегию? Лидер начинается с того момента, как у него появляется видение, чего будущего, он хочет. Да? Для себя, для своей команды, для своей страны. Это вопрос уже масштаба лидерства. И самое интересное, ну это в тренинге тоже будет эта тема. Почему лидеры энергичны? Почему? Почему у них глаза горят? Почему они рано просыпаются и много успевают? Почему у них постоянно профицит энергии? Потому что напряжение – это разница потенциалов плюс-минус. Минус – это то, что я имею сейчас. Я этого не хочу. Плюс – это то, что я вижу в качестве перспективы. Я этого хочу. Чем больше разница между тем, что я имею, и тем, что я хочу, тем выше напряжение. Больше напряжения, больше энергетика. Он реже болеет, он, там, не знаю, он энергичнее, он полон идей, к нему тянутся люди, то, что мы называем харизмой, появляется, да, некая притягательная сила. Профицитная энергетика. Она рождается только этим. Большинство же людей концентрируется на том, что сейчас происходит. И что было в прошлом? Они сравнивают себя в молодости и сейчас.
И у них тоже возникает напряжение. Но это напряжение в обратную сторону. Если мы ток возьмем, да, переменный, плюс-минус меняешь, минус-плюс, направление тока меняется. Да? Это движется вперед, а эти движутся все время назад. Они все время вспоминают, как было хорошо, и что сейчас совсем не то. Вспоминают прекрасные, вот прекрасно, как мы съездили тогда, а сейчас они страдают от того, что есть то, что есть. А лидер живет будущим, он живет мечтами о будущем, идеями, планами, намерениями и так далее, и так далее. Поэтому у него такая повышенная энергетика. Вот, вот две вещи. Сесть, понять, что происходит, принять, что то, что происходит, происходит, принять то, что происшедшее, твоя ответственность. Не то, чтобы, а, я это сделал, я отвечаю за это, дын-дын головой об стол. Не в этом смысле. Это твой свободный выбор. Потому что лидерство бывает только при условии свободного выбора. Если ты говоришь, это не мой свободный выбор, это обстоятельство, все, забудь, забудь, лидерство не твоя тема. Забудь, расслабься, иди работай, все. Ну, с лидерством закрыта тема. А скажи, самое сложное — генерировать видение будущего, конечно. Самое сложное. Кстати, может быть, вопрос в эту тему. У тебя тренинг «Пан или пропал» называется «Идеология лидера, идеология победы». А, вот, ключевое слово, наверное, звучит «идеология». Да. То есть, как, какую роль играет идеология в лидерстве? И, ну, может быть, чуть подробнее вот в этом тренинге, как ты это даешь, то есть как ты помогаешь людям с этой идеологией разобраться? Вообще, роль идеологии ключевая в нашей жизни. Помнишь, крошка-сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. По большому счету, идеология – это маркирование явлений и событий понятиями «хорошо» и «плохо». Как ты понимаешь, в живой природе ничего хорошего, плохого нет. Волк неплох, что поедает зайчиков, да. И зайчики неплохи, что они едят капусту с огородов дачников. Просто каждый выживает как может, есть свои законы, они подчинены, как планеты движутся по определенной траектории, так и животные тоже по определенной траектории ведут себя. Человек – исключительное существо, он может действовать по своему произволу. Но произвол его зависит от следующего. Что он маркирует как положительное и отрицательное? Он стремится к тому, что для него плюс, и отталкивается от того, что для него минус. В течение жизни мы маркируем разные события, явления этими плюсами и минусами. Часть людей считает, что власть — это минус. Часть, ну, это грязная вещь и так далее. Стремятся ли они к власти? Конечно, нет. Часть людей считают, что власть — это вещь привлекательная, открывает новые возможности, дает всякие пожизненные ништяки, там прикольно, жить становится, да, власть, обана. Они стремятся к ней. Да? Движение человека, два человека ничем не отличаются. Но один считает, что власть — это отстой, другой считает, что власть — это круто. И их направления движения разные. Один считает, что большие деньги открывают необычайные возможности, предоставляют свободу, дают возможность реализовать себя на полную катушку, помогать другим. Другой считает, что большие деньги — это большие проблемы, хлопоты, что вообще больших денег не заработаешь честным путем, и что вообще деньги портят человека. Он не хочет испортиться, и поэтому он декларирует, что хотел бы денег, но фактически он всю жизнь делает так, чтобы их избежать. Один считает, что брак, ну, если он девушку, например, он считает, что брак — это безусловно добро, он стремится, она учится строить отношения, поддерживать их, гасить конфликты, она учится быть привлекательной, она меньше там жрет, чтобы на нее смотрели. Мужчина, который считает, что брак — это хорошее, ну, отстой, дело, это уже вынужденная мера, меньше за собой следит, меньше учится поддерживать отношения, часто конфликтен. И в целом, ну, мало привлекательно его себе становится. Вот такая, понимаешь, штука интересная. Что поставили плюс, к тому стремимся и совершенствуемся в эту сторону. Поставили минус — от этого бежим. Неосознанно. Поэтому идеология лидера заключается в том, что, во-первых, лидерство маркируется как плюс. Но что такое лидерство? У нас довольно часто за лидерство принимают, знаешь, такое с шашкой впереди, эй, за мной, он самый лучший, самый герой и так далее. Там Бэтмен некий или вот фильм детский там «Первый мститель», такой он одел лосины, всяко стринги, так побежал вперед, а за ним побежала группа недоносков, которые, конечно, недостойны его. И по большому счету лидерство совершенно, совершенно в другом заключается. И мы строим такую модель на тренинге, ну, скажем, картина мира, и у нас там есть три разные роли. Где лидер? И люди ошибочно называют очень неправильно ту самую. Впереди на шаге. Да, кто в стрингах и красных сапогах выше колена, да, бежит впереди. Вот его делают лидером. Лидер реально — это тот, кто. Ну, в общем, это отдельно. Не буду засвечивать главные парадигмы тренинга. Но, в общем, когда человек понимает, где лидер, маркирует его положительно, он начинает без всякого тренинга даже к этому стремиться. Но раз уж люди пришли, мы в первой сессии уже разобрали понятийный аппарат. Три сессии же не пропадать даром. Поэтому мы начинаем разбирать ступени, шаги, модели и так далее, которые к лидерству приводят и позволяют насладиться им на полную катушку. Кстати, финал очень интересный этого тренинга. Я вообще его обожаю. То есть, если бы был только этот финал, он занимает минут 20. Только им бы занимался. Если бы его достаточно было бы людям дать для того, чтобы у них произошла трансформация в жизни.
Очень просто, да. Знаешь, вот в тему с шашкой на голову вспомнил, мне очень нравится пример из древнего фильма «Чапаев», советский, еще, когда Василий Иванович учит Петьку на картошке, что «Петька, вот там картошка, это да, это батальон, где командир батальона должен быть, там мы в атаку идем, ну как, впереди, идиот ты, Петька, тебя убьют, и все, и батальон разбежится». Да. Командир, он сзади стоит и командует всеми. А вот когда в город входим и освобождать, там, главный, естественно, командир впереди на белом коне, там, да, с фанфарами входит. Вот то же самое в бизнесе. Очень многие люди стремятся быть в бою впереди, шашка наголо, не делегировать людям, не доверять им, самому решать все проблемы, самому принимать все решения, а людям просто отдавать уже распоряжение. И получается, что люди в команде не растут. Некого назначить взводными командирами. Нужно командовать и батальоном, и ротами, и взводами, и отделениями в них, потому что там не зреют командиры. Они такие же солдаты, им на погоны что хочешь повесь, а они все равно ответственность на себя не принимают, инициативу не проявляют. Есть такие командиры, к сожалению. В краткосрочной перспективе такой бизнес имеет право на существование, но в долгосрочной придется туго. Если у лидера есть, помнишь, говорил, профицит ресурсов, да? Когда говорят профицит ресурсов, многие думают, что я имею в виду деньги исключительно. Я имею в виду гораздо более ценный ресурс. Вот, скажем, деньги – восполнимая вещь. Потратил, потерял, неудачно инвестировал, да, поднимешься, потом разрулишь и так далее. А вот время не вернешь. У лидера профицит на время. Это человек, который может позволить себе жить для себя, отдыхать, проводить время с близкими, обучаться новому, да, просто ничего не делать. Он может себе позволить, у него есть это время. Люди, которые лидерство поняли, как самому принимать все на себя, а люди за мной будут просто по протаренной дорожке идти, они не могут себе позволить ни учебы, ни отпуска, ни на выходных побыть без телефона. Их без конца дергают, а без них ничего не решается нигде. Если его не было час, все рухнуло, ну как, мы же не могли вам дозвониться и так далее. Он делал бизнес, чтобы стать свободным, а стал рабом. Огромное количество дармоедов болтаются по офису, не знают, что делать, делают какую-то чепуху, изображают деятельность и так далее. А у него есть впечатление, что люди работают, а копошатся там. Они как бы работают. Значит, на пустой плантации рабы просто землю там, ну, просто говоря, пылят землей, типа, вот, мы работаем. И он такой, ага, отлично, я плантатор, у меня вон что. А реально продуктивность стремится к нулю. А скажи, растить лидеров. Вот. Главная функция лидера – растить лидеров. Других лидеров. Дело муторное. И неблагодарны. Неблагодарны, да, совершенно. Вырастил, они убежали. Конечно, они создают свои батальоны. Да. Это отдельная тема, отдельная большая интересная тема. Да. Был ли у тебя в жизни такой момент, вот ты говоришь, что был не лидером, потом бац, проснулся лидером. Вот был ли у тебя какой-то такой яркий переломный момент, когда ты можешь сказать, что да, вот, я проснулся лидером. Миллион раз такое было. Да? Я столько раз просыпался лидером. В школе до 6 класса все было благополучно, нормально, пятерки получал, родителям грамоты, там, благодарственные приносил. Письма из школы приходили. И в общем никто меня особо, там, никаких лидерских не было заморочек. Перевели в новую школу, школа новая в спальном районе, и оттуда из разных школ отправили своих делегатов в близлежащие школы, так было положено по распоряжению района. Мне на нормальная школа лучших учеников не отправят, то есть по всякий сброд был, да, дети с хулиганским прошлым, двое и так далее. И я понял, что в этом коллективе мне придется, ну, как-то по-другому себя вести. Вот. Но у меня первая же четверть была с тройками сразу. Да. У меня аттестат 3,2 балла. Но удалось занять лидерские позиции и, в общем, довольно неплохо себя в школе реализовать. В спорте та же самая история. В армию пришел. Новая среда, конкурентная, опасная. Нужно выживать. И тут две стратегии. Либо ты все принимаешь ото всех, и тебя потом пинать перестают, потому что, ну, скучно тебя пинать. Ты очень исполнительный, очень опрятный и так далее. Есть другая стратегия – пойти против правил, навязать свои правила, и стал командиром отделения, но не командовал батальонами. Командиром отделения стал, сержантом уволился. В общем, еще до окончания первого года службы, в общем, вышел некий топ, и нужно сказать, что за время моей службы, вот прям какой-то серьезной драки или серьезного какого-то там конфликта с моим участием не было, хотя мои товарищи были. Мне удалось как-то поставить позицию. Я уже молчу про там разные другие жизненные ситуации. По большому счету, если ты создаешь семью осознанно, если это твой выбор, да, там залет или родители настояли, или она стала нервы тебе трепать, и ты уже женился, если ты создаешь семью, это тоже лидерский поступок, по большому счету. Вопрос не в том, что ты делаешь, а что являлось побудительным мотивом.
Кстати, интересно, если ты семью создал под воздействием обстоятельств, то там страдаешь каждый день, да? Это не мое, мне это не нужно, мне это навязали. Ты сам решаешь. Принял на себя ответственность. Uh-huh. Вот думают люди, принял ответственность, значит, вот нагрузился и плохо. Принял ответственность, в этот момент освобождение наступает. Если ты сидишь в тюрьме неизбежно 10 лет, ты говоришь, я выбираю быть в тюрьме, да, например. Uh-huh. Ну, тебе становится лучше. Это, ну, абсурдно звучит, может быть, но тем не менее. Я был в армии и сказал себе, я выбираю быть в армии, я хочу быть в армии. У нас люди бегали, бегали домой, убегали за ворота, их ловили, возвращали обратно, они пытались с собой покончить, совали руки на, ну, под поезда, чтобы их комиссовали. Серьезно? Черти что творилось? Попытки покончить с собой были в армии. Это люди, которые не приняли обстоятельства, в которых они находятся. Я сказал себе, я выбираю быть в армии. Прикольно, я постараюсь получить из нее максимум. Я 276 книг прочитал в армии. Я на гражданке столько не читаю. 276 книг. Ну вот практически все интересное, что было в солдатской библиотеке. Я просыпался в 5 утра, потому что, ну, зарядка была формальная. Она была, но это, знаешь, такое, все с линцой бежали, некоторые прятались в кустах, курили. А я решил, что я приду из армии физически крепким человеком. Меня дневальные поднимали в 5 часов утра, и я, надевая спортивную форму, не сапоги, не майку, а спортивную форму, кроссовки, убегал на озеро, бегал на озере, купался в ледяной воде и возвращался в армию, принимал душ, там, договорился, мне дали ключ от бани, я каждый день принимал душ. У нас солдаты принимали душ раз в неделю, когда был банный день. А я принимал душ каждый день. Вот я так себе решил. У меня было свои представления о гигиене и режиме. И в день своего 19-летия я пробежал 19 километров. В армии, здорово, находясь, проснулся очень рано, не знаю, часа в 4, наверное, и побежал 19 километров. Намотал круги, поздравил сам себя, и все. Я вот считаю, что мне очень повезло с армией. Да не с армией мне повезло, с собой мне повезло. Оказавшись в любых ситуациях некомфортных, человек, который выбирает ответственность за эту ситуацию, лидерскую стратегию, да, он получает из нее то, что другие люди теряют. Кто-то пришел и сказал, я потерял 2 года жизни, меня там лишили того, сего и так далее, и, в общем, я страдал. Но я пришел, я вспоминаю эти годы, классно провел 2 года жизни, вот бы повторить, мне снится иногда, кстати, что меня в армию забирают повторно. А ты интересную штуку сказал, что был отличником, стал потом 3,5 аттестат, 3,2. Почему поступил в университет при конкурсе 15 человек на место с первого раза? Почему часто происходит, что именно двоечники управляют отличниками? Вот. Слишком часто. То есть это, по-моему, не случайность. В этом есть какая-то система. Школа, к сожалению, не модель жизни. Более того, школа создает искусственную модель, отсутствующую в реальности, в которой формируются определенные роли, интересы и определенное вознаграждение за определенные модели поведения. В реальной жизни эти модели поведения ведут к обратному эффекту, чем в школе. Если в школе ты послушный, предсказуемый, повторяешь ту галиматью, которая написана в учебнике или которую говорит учитель, очень, очень близко к оригиналу, ты получаешь пятерки, тебя любят, еще нужно быть очень аккуратным и все по правилам действовать. Да? Человек заканчивает школу, приходит в реальную жизнь, а там все это прекращается уже в университете. Потому что в университете преподаватели ценят самобытность мысли, а не умение зазубривать учебники и повторять как дурак. В университете любят оригинальность, любят самостоятельность мышления, да? А он так не может, он привык бубнить вот это, у него первый стресс. Ну, правда, если он себя хорошо проявит в общественной жизни, он может закончить с красным дипломом. Но он выходит в жизнь 21-22 года, да? А в жизни все по-другому. А в жизни другие модели. А где нужно быть послушным, предсказуемым? Только на исполнительских позициях. Возглавить что-то, это оказаться в ситуации неопределенности. Ты не знаешь, как нужно, ты не знаешь, как правильно. У тебя в учебниках не написано, как предпринять, что предпринять в этой ситуации. Ты знаешь из учебников, что сделал General Electric в 76 году, когда там, он потерял основного инвестора. Но ты не знаешь, что тебе делать в твоей ситуации, когда на тебя наехали проверяющие органы. Этого не было в учебниках. И ты думаешь, ну его нафиг, я привык, что все в учебниках сказано, в конце есть ответ. Ты говоришь, лучше я пойду MBA закончу и пойду работать. А двоечник, ну это не значит, что, знаешь, любой двоечник сразу автоматически король жизни, а любой отличник сразу, значит, этот самый высокооплачиваемый мэра. По-разному бывает. Но двоечник, который привык врать, изворачиваться, прятаться, придумки какие-то, он не выучил урок, но ему двойку никак нельзя получить, его убьют дома. Поэтому он на перемене списывает или кладет перед собой чужую тетрадь и по ней читает, дескать, это его домашнее задание. Он обязывает других людей помогать себе и подсказывать. Он находит решение креативное.
Он получает свой тройбан, учитель понимает, что тройка незаслуженная, но что поделаешь, задача выполнена. Вот так и в бизнесе. Люди придумают, вот в России нет условий для бизнеса, вот в России такая налоговая политика, что ты если отдашь все, то какой смысл работать? И ты начинаешь придумывать какие-то схемы, креативить, там, втягивать других людей, заставлять их помогать себе. И вот у тебя получается, и вот ты зарабатываешь, а отличники работают на тебя, потому что они привыкли ходить хоженными тропами. Они привыкли быть правильными, исполнительными, они всегда опрятно одеты. Они всегда, вот, знаешь, лидер в компании приходит, сразу видно, что лидер, поскольку он не по правилам одет и не самый вид у него цветущий. Да, там, люди так все, пришли в 9 часов, и у них все четко по правилам. Отличнички такие сидят. Да? А двоечник, он играет. Ему прикольно. Думаешь, двоечникам охота двойки получать? Им адреналин получать охота. Их же вот их прикалывает, когда застрёмят, не застрёмят, проказёнил урок, так, застрёмят, не застрёмят, там, прокатит, не прокатит, папину подпись по делу в дневнике, пройдет, не пройдет. Он живет, он играет. Ну так и происходит жизнь у них. Я встречался с одноклассниками, 25 лет со дня выпуска, неутешительный итог, все отличники в жизни, ну не то чтобы не преуспели, но в целом, ну я бы назвал это положение плачевным. По большому счету им ничего не светит больше. Они будут доживать вот ту ситуацию, которую они смоделировали к этому времени. Самые веселые, успешные – это кто в школе вообще не появлялся. Они такой шумной ватагой собрались, делятся планами, прикольными бизнес-проектами, прикольными потерями, где он там влетел, залетел и так далее. Я смотрю, а кто эти люди? Всякий сброд, на который учителя говорили, умрет под забором, из этого ничего не получится, он не умеет себя вести, он не умеет жить по режиму, он не умеет, у него нет склонности к самодисциплине. Ты прекрасно, я найму людей, у которых будет склонность к дисциплине, которые будут за меня убирать. Я вчера задумался, знаешь, правда, серьезно, такой у меня был вопрос, я подумал, если я уже понимаю фатально, что мой ребенок всю жизнь будет жить с прислугой, что ну, вот, я постараюсь так воспитать его, чтобы он, его финансовое положение позволяло ему нанимать людей, которые обслуживают его и создают ему бытовые условия. Надо ли его приучать убирать за собой постель? Или пусть двоечник обманывает. Надо ли приучать его подбирать грязные штаны, из которых он вышел и пошел дальше, если прислуга сделает это сегодня, за ним подбирает в секунду, да? И очевидно, так будет в течение жизни. Нужно ли ему прививать это, что прививают людям, которые обслуживают себя сами фатально? У нас же происходит эта вещь, она будет. Мы будем жить, у нас будет несколько слоев, будет слой обслуживающих людей, будет слой людей там, управляющих и так далее. Тоже будут свои и обломовые и так далее. То есть люди, которых обслуживают. Их обслуживают те люди, которые не могут заработать. Раньше это было определено по факту рождения, твое социальное происхождение. Сейчас это определяется другими параметрами. Я подумал, а стоит ли? Вот получается, что школа воспитывает те вещи, которые в жизни не нужны лидеру, которые нужны исполнителю. Вот зачем мы из ребенка делаем солдатика, когда ему в жизни нужны совершенно другие вещи? Но я не дал себе ответа на этот вопрос. Это не значит, что я сказал, не нужно. Мне кажется, что лучший лидер – это человек, который может быть исполнителем. Это человек, который может любому сказать, так, отойди, посмотри, как надо, взять и сделать. Это должен быть такой человек, который сделал ресторан, и когда ресторан заполнен людьми, официанты зашиваются, он должен наплевать на свой статус, надеть передничек и выйти в зал и обслуживать. И он будет обслуживать лучше всех. Да? Который должен сесть на телефон, если разрываются звонки, клиенты звонят, и зашиваются девочки в колл-центр. Он должен взять трубку и принимать заказы, выписывать и так далее. Он должен поехать курьером, если нужно. Если компания выставляется на выставке, и я врал, полночи ставится стенд, он должен закатать рукава и ставить стенды. Вот его это не должно остановить. Если у машины пробило колесо, он не должен ахать, причитать и звонить прислуге, чтобы они что-нибудь с этим сделали. Он должен закатать рукава, взять монтировку, знаешь, там, поднять домкратом машину, бортировать, вулканизировать и так далее. Дело другое, что у него нет необходимости это делать, потому что огромное количество людей хочет ему услужить на тех или иных условиях. Да? Но уметь он должен. Поэтому я думаю, ты видишь, в разговоре с тобой я выявил, что ребенка нужно воспитывать так, чтобы он мог быть эффективен на всех позициях. На всех если позициях. Должен делать, то делай. Да. Чтобы и самому себе сварить, и приготовить, и помыть за собой. Да? И, но в то же время, чтобы то, что он этого не делает, было результатом его свободного выбора, а не результатом того, что он не умеет. А вот, кстати, в направлении в тему детей, как ты считаешь, вот, на мой взгляд, важный вопрос, ребенок, ну, достигнет он совершеннолетия, надо ли ему, ну, допустим, вот ты довольно обеспеченный человек,
А планируешь ли ты, допустим, ребенку купить квартиру, дать какое-то количество денег, или считаешь, что он должен начать с нуля и всего добиться сам? Вот я сейчас себе такой, например, вопрос ставлю, и я скорее склоняюсь к второму варианту, потому что вот я начинал абсолютно с нуля, ничего у меня не было, и довольно многого добился, даже сейчас уже. И мне кажется, что если я моему ребенку, моим детям, сразу обеспечу такое обеспеченное будущее уже с самого начала старта, это скорее будет негативный фактор. Вот как ты считаешь? Давай рассуждать на аналогиях. Если ты начинал с нуля и многого достиг, означает ли это, что начало с нуля – это некий фактор успеха? Если это было бы так, то тогда все, кто начинает с нуля, привели к успеху. Мы видим обратное. Ситуация номер два. Ты аристократ британский, в графстве Кент живешь, и в твоем роду все мужчины учатся в специальной закрытой школе, где обучение очень дорого. Допустим, твоему сыну 12-14 лет. Значит ли это, что ты скажешь, окей, сынок, начинай с нуля, да, и у него не будет... Вот, что у него есть к этому моменту? К 16-летию, например, что у него есть? У него есть машина и не одна. У него есть жилье и загородное, и в Лондоне. У него есть, безусловно, все необходимое, все шмотки, бирюльки, все, что нужно для его. Безусловно, у него есть компьютер, тебе не нужно говорить, а ты заслужи-ка компьютер. У него все это есть. Каковы шансы, что из него вырастет подонок, этот паразит и человек, не уважающий старших и не умеющий ничего в жизни? Ноль шансов, правда же? Нет, он есть. Он снаркоманился, познакомился с кем-то, и то вряд ли. Где он снаркоманился, с кем он познакомится? Это совершенно закрытая, каста, социальная. Значит ли это, что из них вырастают плохие люди? Нет. Вывод. Начинать с нуля самому строить свою карьеру не имеет отношения к успеху, потому что это не подтверждается эмпирически. Я понимаю, что у многих богатых людей есть такая заморочка. Я начинал с нуля, значит, ребенок должен начать с нуля. Я лечу бизнес-классом, пусть ребенок летит экономическим, заработает, перелезет в бизнес и так далее. Но я думаю, что это все-таки они такую модель воспитания сами себе простроили, они в нее верят свято. Но итог этого воспитания может быть очень разный, вплоть до того, что ребенок захочет разорвать с отцом и минимально с ним общаться при первейшей возможности. Первое, что он сделает, да, пусть он будет жить на свои деньги и будет прозябать, но главное избавиться от этой искусственной модели. Ведь это же это чудовищная вещь. Это такая же... Почему мы с детьми можем так обращаться, с нашими женами нет? Допустим, мы зарабатываем, жена зарабатывает меньше гораздо. Тогда пусть она летает экономически. Будет зарабатывать, будет летать бизнесом. Чего нам ее не воспитывать, правильно? Почему мы дарим подарки, а не говорим, а заслужили? А чем ты это? А почему с ребенком это должно прокатить? Ведь ребенок это же тебе не подчиненный. Ребенок это не твой сотрудник, которого ты должен воспитывать. Это человек, которому ты должен показывать модели поведения в жизни. Человек, которому ты должен дать возможность, если ты можешь себе это позволить, дать возможность показать кайф комфорта. Того уровня комфорта, который ты позволяешь себе, потому что ты заработал. Я заработал, я могу дать детям. Да? Это нормально, это естественно. Все мы хотим детям создать нормальные условия. Но при этом это не избавляет от воспитания. Проблема же вот в чем. Люди замещают воспитание подарками и обеспечением ребенка. Ему дают квартиру, но это, знаешь, это везде на Западе. В нормальных семьях в 16 лет ребенок уезжает жить самостоятельно. Когда есть деньги, ему покупают недвижимость. Если их нет, ребенок живет в кампусе университета или снимает жилье на двоих, на троих с другими ребятами сплачено. Никакого, в конечном итоге, никакого отношения к успеху все это не имеет. Это другие факторы влияют. Есть среди моих знакомых люди, которые держат очень обеспеченные, держат в черном теле своих детей, дескать, вырастешь, сможешь зарабатывать и так далее. Может, из этого получится. Но понимаешь, какая штука? Мы должны понимать, что у лидерства есть три побуждения, которые приводят человека к лидерской стратегии. Первое – это чисто прагматическое. Заработать, преуспеть, прожить полноценную жизнь и так далее. Бывает миссионерские. Человек оказался в ситуации, или я, или никто. Он взял на себя ответственность, повел, вне зависимости от того, какие выгоды он от этого получит. И третье, невротическое. Люди стремятся к лидерству, чтобы реализовать, скомпенсировать какие-то свои психологические проблемы. Мне кажется, что когда ребенок видит такой разрыв, когда родители пользуются всяким комфортом и всякими удовольствиями, и он сидит у их пиршественного стола и грызет сухарик, потому что он еще не заработал. Мне кажется, это может нанести очень чудовищную травму на всю остальную жизнь. И эта жизнь будет, может быть, жизнь лидерская, да, но из невроза, из желания компенсировать что-то, какие-то травмы, пережитые в детстве. Я капец, если бы при мне родители ели что-то вкусное, мне бы не давали, полетели бы бизнес-классом, меня засунули бы в трамвай, купались бы в море, а я бы в озере у бабушки.
это, не знаю, нужно же понимать, ребенок же не может заработать. Дело же не в том, что он не хочет или он не выбрал, он не может заработать. И более того, если ты так воспитываешь, то можно сказать, что да нафиг мне это нужно. Если вот такой ценой мне нужно зарабатывать комфорт, а он его не нюхал, он не знает, что это такое. Может же быть другая модель. Ребенок пользуется всеми, вот, всем тем уровнем жизни, который это обеспечил. А потом хоп, и оказывается в ситуации, когда он не может его поддерживать. И он начинает какое-то движение, чтобы это вернуть. Он для него комфортен, это для него как бы, ну, это для него ноль. Uh-huh. Это для него не, как для меня, это 28, да, в шкале. А для него это ноль, он привык к этому образу жизни. Когда он оказывается ниже на 3 этажа, мне нормально. А у него это минус. Понятно? Как uh-huh. Ну, я вот больше именно о том, как отпускать там 16-18 лет. Ну, ладно, тяжело, хорошо. Тяжело отпускать, чтобы в 16 лет отпустить и не повеситься от ужаса, да, и не летать над ним на вертолете, нужно отпускать потихонечку. Угу. Нужно отпускать на час. И сделать так, чтобы через час он возвращался сам. Нужно, так, час это много, на 5 минут, да, и быть уверенным, что через 5 минут вернется. И вот там оставить в комнате, сказать, одевайся, да, и прийти через 5 минут, и он действительно что-то надел на себя, а не стоял как истукан и не ждал, когда ты ему скажешь, что именно надевать. Да. Вот такие вот отпускания с 5 минут, потом с 50 минут, потом с 5 часов, потом с 5 дней. Да, с парнями, с девушками они пойдут в какой-нибудь там поход или пойдут в какую-то поездку. А потом можно отпускать дальше. Это же, понимаешь, это крест лидера. Он в том заключается, что когда человек вкладывается в другого человека, он вполне естественно хочет быть с ним всегда, быть с ним рядом и не отпускать на секунду. Но если он не будет отпускать, то тот человек станет, ну, снова зародышем. А для того, чтобы он рос и развивался, его нужно отпускать все больше и больше и больше. Вот такая, понимаешь, такое противоречие чудовищное. От сердца нужно отрывать то, во что ты сердце вложил. А если не вкладывал, не больно и не обидно. Вот поэтому 70% инфарктов и инсультов у первых лиц американских компаний связано с увольнением ключевого сотрудника, в которого они вкладывались как своего ребенка. А он ушел и кусок сердца вырвал. И человек хлоп и в реанимацию. 70% уволил человека или он сам заявление положил. А тот хлоп и скорая помощь поехала. Emergency. Ambulance. Вот так. Ну хорошо, Радислав. Бедные сердца матерей. Каково им. Спасибо. Я думаю, что очень много интересного разобрали. Можно еще несколько часов так продолжать, но я знаю, у тебя скоро планируется, ты их регулярно ведешь по всей России, но вот в частности в Москве наконец собрался провести два таких основных твоих тренинга. «Пан или пропал? Идеология лидера, идеология победы» и «Крест лидера». Ну, да. Несколько слов о том, для кого и о чем каждый тренинг, кому куда пойти, кому бы рекомендовал. Тренинг «Пан или пропал? Идеология лидера, идеология победы» не имеет четко выраженного отрицата. Он для тех людей, которые, ну, для людей, которые приходят на него наивно, да, но с ними что-то происходит в тренинге, они меняют стратегию поведения. Бывает так, что человека прислали от компании, бывает, что человек просто слышал обо мне и решил сходить, бывает, кто-то кого-то привел. Люди приходят самыми разными путями, но если я считаю, что на этот тренинг, если человек попал, то значит, он должен на нем быть. Сотни писем я получаю, произошла некая трансформация. Что за трансформация? Никаких волшебств я ни с кем не делаю. Просто мы проясняем картину мира, как ситуация выглядит, роль, место, что к этому ведет, какие будут препятствия. И человек сразу понимает и выбирает свою роль, выбирает стратегию, он мотивированный выходит с дополнительной энергетикой и так далее. Люди признаются, что в течение нескольких дней еще голова там варит, что-то происходит, в том числе ночами и прочее. Происходит перестройка парадигмы жизненной. Все. Бывают, у меня 15-16 лет были девочки почему-то. Была девочка 12 лет, но она пришла с мамой, это не был ее свободный выбор. Не знаю, произошло ли в ней что-то, но в 15-16 лет люди уже к этому готовы. Хотя я не на этих людей ориентируюсь. А бывают люди весьма состоятельные, там VIP-зона, в первых рядах сидят люди, заплатившие приличные деньги за этот билет. И казалось бы, вам-то чего? Однако и они говорят, что у них тынь, что-то встало в голове, прум, они поняли, как действовать, они поняли, как воспитывать, как делегировать и прочее. И бывают люди, которые, как правило, занимают последние ряды, это, ну, там, студенты, да, молодые люди, энергичные, вот, которые не могут себе позволить пока бизнес-класс. И у них происходит другая вещь, они на другом этапе развития жизни, у них меньше жизненного опыта, но у них формируются уже какие-то основы. Да? Они, выбирая лидерскую стратегию, они понимают, на что они идут. Что же касается тренинга «Крест лидера», то на этот тренинг можно попасть только в двух случаях. Если вы собственник компании, если вы, ну, первое лицо или один из топ-менеджеров. То есть вы должны руководить бизнесом или владеть бизнесом. Ну и, соответственно, тоже руководить. А остальным там делать нечего.
Очень интересно, что на этот тренинг в любом городе, где бы он ни проходил, за несколько дней до его начала мест нет. Всегда аншлаг. У нас были даже случаи, когда мы ставили дополнительный день, если я мог остаться в этом городе еще на день, и набиралась тут же вторая группа, и оставался еще один тренинг проводить. Очень интересная программа, в которой мы выводим три ключевых момента в управлении людьми. Если в первый день мы лидерство используем как жизненную стратегию, как категорию идеологическую, то во второй день как инструментальную. Угу. Лидерство как модель управления группой и там, поддержания власти, достижения результативности. Берем четыре аспекта, больше не нужно. И начинаем мерить, сколько у каждого участника тренинга по этим параметрам. Где он не дожимает, где нужно добрать и так далее. Очень интересная получается вещь, потому что люди на этом тренинге понимают, что такое делегирование на самом деле. И каковы его эффекты. Мы там моделируем ситуации некоторые. Люди понимают, что такое на самом деле контролировать и как правильно контролировать людей. Не все знают, что контролирование состоит из двух компонентов. Если одного нет, это не контролирование. Какие? Это черти что. Контролирование — это мониторинг и коррекция. Есть люди, которые корректируют, не вдаваясь в детали. Они видят, что что-то не так. И они сразу там, делай так, этого не делай, убери это и так далее. Но если они вникнут в ситуацию, они отмониторят ее, они поймут, что этого можно не делать. Они поймут, какие обстоятельства на это повлияли, или все не так, как им кажется. Но они предпочитают действовать быстро. Есть другие люди, которые мониторят, бухтят что-то себе под нос, но не корректируют или имитируют коррекцию. Uh-huh. Ну-ка перестаньте, а ну-ка всем приходить. Когда это кончится? Надоело мне. Там, давайте на следующей неделе будем. Это не коррекция. Они проговорили, и им кажется, что они отдали распоряжение. На самом деле ничего не происходит, ничего не меняется. И от совещания к совещанию. Да что же это такое? Да сколько это может продолжаться? Мы все сроки. А ну-ка бегом идите работать быстрее. Но коррекции не происходит. Но он типа мониторит. У меня власть. Эти два компонента, которые представляют, собственно, контроль. Один компонент не дожимается. Все, контроль разрушается, структура не работает. И два еще компонента, которые мы затрагиваем, это инициатива и ответственность. Что есть ответственность? Как она наступает? Каков механизм ее принятия? Да? Что происходит в результате? Что такое инициатива? Как пробуждать инициативу в людях? Как подавить инициативу в людях? Да? Почему бывает так, что лидер подавляет инициативу и губит людей фактически? Очень интересная тема. Крест лидера. Четыре компонента, они образуют крест. Угу. Там, в результате, ну, у каждого человека появляется свой рентген своего лидерства, ага. Да? И он понимает, что с этим делать, что компенсировать, где он пережимает и так далее. На интересных моделях, на играх, довольно забавных, но потом люди выходят с задумчивым выражением лица тренинга. Слушай, ну, я буду, все, я купил уже. Ну что ж, спасибо большое, что вы были с нами. Радислав, спасибо за очень интересную беседу. Я думаю, что всем, кто это посмотрел, было невероятно полезно. По возможности постарайтесь. Мне было полезно. Вот мне было полезно, я кое-какие вещи понял. Не, серьезно? Да, по-моему, когда ты кому-то другому объясняешь, сам наконец начинаешь понимать это. За что я люблю мою профессию. Ну что ж, приходите на тренинги. Вот панели пропал, крест лидера, другие тренинги Радислава. Я же желаю вам успехов. Становитесь лидерами. Это, хотя не для всех, но если вы этот путь для себя избираете, он очень интересный, очень сильный. И ради этого, наверное, стоит жить. По крайней мере, вот я для себя такой путь выбрал. Счастливо. Радислав Гандапас, Николай Мрачковский. Спасибо.